Нет никакой Украины. Есть, я абсолютно в этом убежден, есть марионеточное правительство, потому что ни одному здравомыслящему славянину в голову не придет подобные формулировки. То есть люди, которые управляют и издают эти законы, они к славянской нации не имеют ни малейшего отношения, либо они просто тупо отрабатывают определенное количество денег. Предателей среди наших народов всегда хватало. Поэтому то, что они говорят, это полнейший бред. Но с точки зрения прочих государств, этот бред имеет смысл, потому что это ослабляет нас, не дает нам определенным образом двигаться и развиваться. Ярко тезисно. Пошли нахер. Пускай с этим, со своим законом сами живут.